1994, SSL introduced a new console and a new circuit, a new sound. And this was called Super Analog. Colin Sanders, the head of SSL, who I said was a little bit crazy because he was a genius at the same time, walked into the office with a blank piece of paper, gave it to the engineers and said, make me something new. Make me something that's clean, transparent, that takes the sound from the library, through the mic pre's, into the console, to the speakers without changing the sound at all. 1994 год – это очередной ключевой год в истории компании, потому что, собственно, именно с этого берет начало новая концепция, новая консоль, лежащая в основе всего этого новая технология под названием Super Analog. Значит, собственно говоря, это действительно абсолютно новая схемотехника, абсолютно новый подход, новая философия, если можно так сказать. То есть фактически была поставлена жесткая задача инженерам, чистый лист бумаги, и сказано просто, сделайте мне что-то новое, абсолютно новый звук, абсолютно прозрачный, без, с максимальным отсутствием характера как такового, то есть, в общем, средство фиксации и микширования звука, которое не звучит само по себе никак. Вот, собственно говоря, с этого и началась технология Super Analog. So, 1994, we introduced the J console. 2002, we introduced the K. 2004, the 900. 2005 or 6, the Duality. All using the Super Analog technology. All the products that we're going to talk about for the Project Studio also have the same. It has the same circuitry, the same components. Everything is made in the same way as the very large consoles, right down to the little box here. И, собственно говоря, вот история воплощения технологии Super Analog в продукт, вот она перед вами. То есть сначала J-серия, потом серия K, потом появились относительно небольшие и относительно доступные консоли серии WS, затем появилась Duality, нынешний флагманский продукт компании. И немаловажно то, что все они базируются на основе технологии Super Analog, прохождение звукового сигнала, собственно, звукового тракта. И важно то, что все то, что вы видите перед собой, все аналоговые продукты, которые вы видите перед собой, они базируются ровно на той же схемотехнической философии Super Analog, как и все то, что там. Действительно так. Ну, дальше будет больше деталей по этому поводу, конечно. So what is Super Analog? And I'll go through this very quickly as not to bore the ladies in the room. The Super Analog has no transformers. We know that vintage equipment can sound very nice, very warm and colored with transformers, but it does alter the sound. Собственно, некоторые базовые моменты, чтобы просто понять, на чем базируется технология Super Analog. Естественно, Дэмин не желает ударяться далеко в подробности, я тоже, потому что в зале есть дамы. Слишком много технических моментов. Вот. Да и, в общем-то, для джентльменов это тоже долгий разговор, если очень глубоко уходить в технические дебри. Но основное в следующем. Значит, это отсутствие трансформаторов в пути сигнала. То есть, согласно вот этой вот философии чистого, неокрашивающего сигнального пути, трансформаторы искажают звуковой сигнал в любом случае, особенно на низких частотах. Поэтому никаких трансформаторов. The analogy I give is like cooking. So we're making a recipe, you can start adding some salt and pepper. But if you start adding too much, you cannot take it away. And it's the same with the sound. If you have this transformer on every single channel, it actually causes problems in the low frequency where it adds harmonics and distortion, and you cannot take this away when you're mixing. То есть, да, очень хорошее сравнение технологии с тем, что когда мы готовим еду, и нам нужно добавить туда соль, перец, специи по вкусу, да, мы должны положить либо ровно столько, сколько надо, либо меньше. Потому что если мы переперчим, пересолим или добавим слишком много какой-то там острой специи, мы назад их убрать уже не сможем из готового блюда. Так и здесь. То есть если в звуковом тракте слишком много характера, который иногда хорош, а иногда нет, мы его убрать назад уже не можем после того, когда мы получаем микс или мы записали сигнал, тем более. Соответственно, вот, собственно, в чем и философский смысл. Then we don't use VCAs. VCAs are very noisy and add artifacts. Again, they're changing the sound.
SSL developed their own system for failure control. Соответственно, очень важный момент, который может быть не совсем очевиден для многих. Не использовать никаких цепей управляемых напряжений. То есть никаких цепей, где звуковым сигналом, в звуковом сигнале стоит какой-то элемент управляемого напряжения. Ну, в частности, это, например, яркий пример. Многие компании используют автоматизацию, где все используются повсеместно. Это дешево, но очевидные недостатки. Значит, такие схемотехнические решения, как правило, очень чумящие. И они, что самое неприятное, добавляют массу всевозможных артефактов в звук, которые иногда трудно даже предугадать. Соответственно, вместо этого для автоматизации используют своя собственная запатентованная технология MDEC. Честно говоря, для фейдер автоматизации, it's something like the step gains, lots of steps, the gain station, something like that, because no voltage control things. То есть фактически используется для автоматизации аналог ступенчатого переменного резистора, когда уровни регулируются очень мелкими ступеньками, соответственно. Но здесь нет никакого внешнего управления, внешнего напряжения в пути сигнала. Ну, все. No more technical stuff. No more. I'm not a technical guy, so you can ask me, but I will look a bit lost. Last, we don't have capacitors in the circuitry. We use what we call DC coupled circuits instead. И, соответственно, очень важный момент – никаких конденсаторов в цепи прохождения сигнала. То есть, я как инженер могу сказать, что это действительно вносит серьезные искажения, когда в цепи звукового сигнала находятся какие-то что-то конденсаторные, скажем так, если быть точным, какая-либо реактивная нагрузка в цепи. То есть конденсаторов в цепи сигнала нет в этой технологии. As the audio is passing through capacitors, it's kind of like adding filters or EQ curves. So again, this is changing the sound and why SSL decided not to use them. In the super analog circuitry, we have a very flat response. То есть очень важный момент, что в тех цепях, в тех технологиях, в тех схемотехниках, где используется конденсатор в цепи сигнала, самый главный недостаток – это очень ограниченный частотный диапазон. То есть сигнал не имеет такого широкого и, самое главное, гладкого спектра, как технология супер аналог. This graph was made by a German company. They wanted to analyze the circuitry. We all know the Germans are very precise with their engineering and with their data. So the red line shows the frequency response. So between 20 Hz and 20 kHz, we can see it's flat. This is the same spectrum that our computers are working in. So it's the optimum. The blue line is the phase consistency. And we can see again between 20 and 20 that there's very minimal phase shift. On other manufacturers, you can have up to 30 degrees of phase shift, and this causes all problems when it comes to mixing. И вот, собственно, здесь снипи реальные характеристики тракта консоли, сделанной по технологии SuperLog. Вы видите, что красная линия – это частотная характеристика, она практически идеально гладкая во всем слышимом диапазоне частот. Идеальная линия, можно сказать. Синяя линия – это фазовая характеристика. Она тоже достаточно гладкая, потому что но во многих случаях фазовые сдвиги иногда бывают просто жуткими. Up to 90 degrees sometimes or even more. То есть иной раз до 90 градусов фазовые сдвиги просто в самой цепи возникают. The last thing, we don't use capacitors because they limit the speed of the circuits as well. We want to be able to capture all the transients, get all the punch of the sound coming through. So this is again the reason why we decided not to use them. Еще одна причина, потому что использование конденсаторов в цепи сигнала, то есть конденсаторы по своей природе, они, естественно, ухудшают динамические характеристики сигнала, то есть смягчают пики, если сказать коротко и доступно. То есть от этого может страдать, например, восприятие тех же ударных звуков и так далее. То есть динамические характеристики сигнальной цепи от этого очень сильно выигрывают. Lastly, we leave equipment on for many hours, we're working for lots of hours. Capacitors by their nature can dry out. This can be very costly, very expensive to change. If you take old Neve consoles where there are 200 capacitors per channel, it's just a nightmare of all the problems that can go wrong. If your equipment fails, you can't work. If you have paying customers, they will get upset. So by removing capacitors, we minimize the repairs and maintenance of the equipment. И, соответственно, важная практическая причина достоинства того, что нет конденсаторов в пути сигнала. Конденсаторы, как известно, нагреваются и со временем просто высыхают.
Соответственно, это приводит к тому, что вот такие консоли, которые сделаны с использованием большого количества конденсаторов в пути сигнала, они требуют просто фактически века как бы полного, а это тысячи, десятки тысяч компонентов. Вот в данном случае эта консоль не, честно сказать, в процессе рекапинга она находится. Да? Вот, то есть это важный момент, потому что если вы встаете, если вы не работаете, вы теряете деньги в результате, если говорить практически об этом. А рекапинг консоли — это тяжелая работа. Я это знаю лично. I know what is to recap the console. I know that. It's a lot of work. And so quickly, just quickly going through the other products. 1995, we released the third, actually the fourth series of digital products. This is the A series. Three consoles: Avant, Isis, and Axiom. One for music, one for post-production, one for film. Соответственно, 95-й год — это фактически начало появления первых серьезных цифровых консолей в SolidStateLogic. В первую очередь, конечно, для кино, звук для картинки. 2003, the second range of outboard using the super analog technology. 2003 год — это появление вот рэковых приборов outboard, сделанных по технологии супер аналог. 2003, another range of digital consoles. This is the C series. These are the same ones that we make now. Again, one for music, one for post-production, one for film. Соответственно, 2003 год — это появление C-серии цифровых консолей, которые сейчас являются, в общем-то, флагманской линейкой цифровых консолей СССР. Они и для постпро, и для бродкаста, и для музыки, собственно, три модели, да, наверное, четыре. 2004, when everybody thought that analog was dead, SSL brings out the revolutionary AWS-900. This was an analog console that could also act as a workstation controller. So you could press a button, the analog, press another one, and you can start controlling the faders and protons. And this has never been done before. Соответственно, важный момент. 2004 год — это фактически тоже небольшая маленькая революция, появление 900-й серии. Вот, это, собственно, первый продукт, который является не только аналоговым микшером, но и контроллером цифровых звуковых рабочих станций. То есть, имея одну консоль, один уровень контрольных органов, вы можете использовать фактически ее как два в одном. То есть аналоговый микшер и контроллер того, что происходит в звуковой рабочей станции. And then the biggest console, the top console that we make now is the Duality. This has EQ, dynamics in every channel, surround mixing, automation, door control, everything that, you know, the music producer, the film composer needs. This one was installed at Mono Music in Sweden. Mono Music is owned by Benny Anderson, who was in a little pop group called ABBA. You may have heard of them. He made a little bit of money, 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 and spent his money, money, money buying consoles. Yeah, 96 channels. Соответственно, ну и на вершине появление Duality, нынешней флагманской консоли SolidStateLogic. Собственно, это микшер, аналоговый микшер, в котором присутствуют, ну, все функции, которые только может себе представить самый требовательный продюсер, собственно говоря, работающий со звуком и в музыке, и в кино, и в постпродакшн, чем угодно абсолютно. Соответственно, здесь, ну, то есть все, динамика, эквализация на каждом канале, возможность свободного абсолютно назначения, свободное конфигурирование консоли, об этом отдельно, скажем так. И вот в данном случае это пример инсталляции Duality в шведской студии, которая принадлежит Бенни Андерсону. Представлять его не надо, собственно говоря. Вот, 96 каналов. So, as you can see, this is over the history of SSL. We've been very much involved with analog and digital products, and we do both very well. But there's one thing, not all of us own big recording studio facilities where we can have 112 channel consoles. Да, но теперь, соответственно, важный момент. Далеко не все мы являемся теми людьми, которые могут себе это позволить, и, если говорить более практически, которым это нужно в реальной жизни. То есть далеко не все, и, я бы сказал, меньшинство. Поэтому... So we're going to work in small environments, maybe... Oh no, sorry. I'm getting ahead of myself. But there is one more product, the Matrix. The Matrix, again, is another analog console. We sold to Timberland. And I don't know if any of you have seen the video, but I have a quick snapshot of his console in his tour bus. Это tour bus. Ну, человеку представить не надо.
Nathan to throw on your nerves. You know, a few months ago, we had the opportunity to see the Timberlands bus in its up and coming stage. Now, you get to see it now. So we're gonna give you a walkthrough. And you know, we did the paint job. I mean, it's just, I can't even. This console cost about $1.5 million to construct. Check out Direct TV. The full bus. This player, we were the player in the world. So she can come out. So we call this the full bus. Bus was painted by Walter D'Andrea. It's a custom design. You can see the gloss. That's sexy. Check it out. Yes, TVs on the side that come out. There's two generators built in. Камеру по краям, два автономных генератора внутри. Timbaland built this because he was going on the road to promote his second album, Shock Value 2, and he wanted to record, he wanted to have access. Сделал это для одного тура, потому что он очень много времени проводил в туре, и там же и писал новые вещи. Timbaland's tour bus at his best. Co-pilot share, he's got his own footrest. You know what I'm saying? Ultimate comfort. And you know, if you want to watch DirecTV or you just want to do some work on your computer, really ain't no biggie. It's unbelievable. Right now you're looking at the Mac screen and the computer that's in the back. Plus we provide my man with headphone control, he's a Q. It's got a guitar input, it's got a microphone input, it's got a USB input for the mic, and a second headphone just in case. Entertainment system in here is just crazy. It's bananas. We got the Crestrons, which controls every aspect of entertainment and lighting in here. The colors are just like blue and just kind of like a Taste of Rainbow type of vibe. You know what I mean? And we got cameras, we can keep our visuals off the outside. We got four cameras, back, side, front entrance, you know, see who's trying to come in. Bruce Basin in conjunction with Rick. You know, they want to do something that stands out. So when you sit down and you have your dinner, man, you're just inspired by the music. It's basically Tim's fire on the keys. You know, that's the representation. You know, he's just hot. There's no other way to explain it. We actually added a tie line in here with eight ties to the control room, patch bay. So you can actually record a drummer in here or have an eight member band in here recording. The heartbeat of the place is right here, you know? Oh, there's a TV in there? Oh, yeah, there's a TV in there. Yeah, you can. Get in there. Okay, this is the view. Yeah, this is the view. This is the number one view that matters the most in the bathroom. Once you pass this section right here, you walk into the business. We got a full Pro Tools rig. We substituted the interface with solid state logic. You know, you get 24 inch and out analog, you get 24 inch and out AES, one interface. You know, in a bus where you do have a cramped environment, space and energy is a big concern. So this is one of the reasons we went with this. And we're using the sync I/O, so they won't have to keep changing the clock every time the sessions are a different, you know, sample rate. Two UPSs, but right now we're just using it for the computer, the matrix, the extracts, all the essentials in case something happens if you continue to work. Come on into the magic. The magic happens. Welcome to the world of Timbaland. You can hear this bass knock, and as soon as you close that door, it's a wrap. You really can't hear anything. I mean, so, watch the rest if you want to see the rest of the setup. But he's got a matrix, he has six of these extracts with EQs, micro dynamics, a full SSL mixing console in a tour bus when he goes on the road. Соответственно, там установлен Matrix. Вы сегодня увидите этот пульт, он здесь в студии находится. Значит, шесть экстракс в основном с модулем динамики и эквализации. То есть фактически полная консоль от SSL, собранная в полумодульном варианте. So, not all of us get to have a $1.5 million tour bus or the 112-channel console. We're working from home, small environments, maybe our bedroom. Большая часть из нас работает вот примерно в таких условиях, в таких вот комнатах, в таких более маленьких помещениях. Тем не менее. This is my first studio. Это первая студия Дэвина. So, my background isn't just the man from SSL who wants you to buy everything.
My heart is in production, remixing, a bit of engineering, all self-taught. I didn't go to college. I just worked for free and learned my craft. Поскольку фактически он начинал как в общем-то это была его основная работа до того, как он стал сотрудником компании Solid State Logic. This is me at the very far left, very young and handsome looking. This is me with Cool in the Gang. I was very lucky to work on a project with them, recreating some of their famous hits with people like Missy Elliott, Redman, some UK acts. This was a great project, and I've worked on some pop records, some dance records, so, you know, I know about making music, and I know where you guys are coming from. I've had a few more studios over the years. This was in a very, very tiny room at the back of my house. Это следующая итерация его собственной студии. To moving into the garage where now сейчас I have a nice setup. Переместился в гараж, и вот то, что сейчас.